Всем привет, ребят, сегодня с нами все Бороки. Их тут шестеро. Ну и вот этот, вот эти две. Галок. Ливок. Зачем я их выдвигаю вообще? Галок, Ливок, Танок, Панрак, Корок, Нувок. Вроде так. Вроде как бы так. Вот давайте их немного подвинем. Вот. И Толдракус. Он не относится к Борокам, просто пусть там стоит. Вот что мне о них рассказать? В чем проблема? Все было сказано до меня. Ну, поэтому я и здесь, чтобы рассказать что-нибудь такое же, что рассказывают все о них. Функции мы рассматриваем на этих троих, а все остальное на этих. Давайте так. Но в одном обзоре. Борок. Борок — это существо механического типа с... О, да, я смог. Я, блин, его открыл. Это его мозг. О, да, я смог его открыть. Внутри лежит, короче, крана. Это, ну, резиновая маска, которая вот ему не подходит. Да и им тоже некуда их носить. Закрывается она в этом мозге, кладясь лицом, ртом, короче, вниз. Ну, как будто бы это голова. И накрывается вот такой вот деталью. В детальке есть дырки, которые входят вот в эти пазики. За счет чего происходит защелка. Щелк и вот защелка. Так, потом. Сами бороки различаются только цветом. Ну, и щитками. Ну, с кранами, разумеется. Крана тоже отличается. Каждый борок имеет следующую цветовую гамму. Как основной цвет либо синий, либо красный, либо зеленый, либо коричневый, белый или черный, желтого нету. Просто вообще ничего не сказал. Плюс, да, контрастирующий элемент. У Нувока это, ну, что-то такое сиреневое. Он вообще похож на чужого. Он похож на чужого, и попробуйте мне возразить. Чужой чистой персоной. На нем рассмотрим одну из функций. Чужой. Так, ну, контрастирующий цвет у Ливака это красный. У Галака это, ну, старый неоновый рыжий. У Танака это синий, зеленый, голубой. И тут такой светло-зеленый. Но это не важно. Сами они, ну... Видите ли, у них проблемы. Они некоторые в лежазе начинают падать себе. Еще различаются щитками. Если у галок... Вообще щитки — это очень странная вещь. У галок это с танком. И, наверное, все, это щитки их стихии. Окружающих стихий. У Понрака, Корока и, наверное, Нувока. Это практически, а вот у Ливока это эстетически. Вообще, Ливок самый, ну, обиженный, у него такое есть и такое есть. Ну, это щиток один и тот же, просто его перевернули. Так, не особо. И вот такой не люблю. Подвижность у Борока, в принципе, для того года все норм. Тогда вообще не хотели никто иметь много суставов. Ноги, колени не изгибаются, все остальное отлично гнется. Колени, да и локти, короче, не изгибаются, все остальное гнется. Ну, давайте еще пару слов о Бороке. Борок — это в целом только новые детали. Старых деталей тут мало. Это обидно, очень обидно. Так мало старых деталей. Такую хорошую модель. Видно отлично, что Борок был сделан с расчетом на функции. Ну, потому что все, ну, наводит на мысли о функциях.
о них поговорим в следующем блоке. Блок номер два – это, как по мигрантски звучит, тоже ждет новую серию Бионера. Ждите, она уже смонтировалась, по-моему. Не точно. Корок упал. Функции. Но тут я хочу уточнить, что мы видим в центре самого бесполезного Борока. Нет, не смысл бесполезный, что по деталям, а что он может сделать? Извините, он имеет элементарную стихию льда. Что можно ей уничтожить? Это знаете, как себе представляю? Только если заморозить и позвать какого-нибудь Ливака, чтобы тот растопил. Вот это можно было бы, но это тупо и не так уж легко. Почему Ливака, а не танк? Танки все, кроме Ливака, имеют элементарную стихию. А у него есть клещник, пускающий из себя кислоту. Да, мило. Ну, мы теперь переходим точно к блоку номер два. Это... Они, так, они, короче, странными позами ногу принимают, поэтому им сложно стоять. Функция 1. Можно заметить, что он очень похож на шар, так как это насекомоподобное существо. Поэтому сгибаем ноги вот до такого состояния и поворачиваем. Так, делаем с другой стороны тоже руку. Поднимаем вверх, вот тут вот, видите, шарик есть. Ну, вам было плохо видно. На котором резинка держится. Выше него надо закрепить руку. Вторую делаем точно так же. И щиток доводим вот до такого состояния. И вот он уже свернутый шарик. Убираем его. Следующая функция. Ну, мы нажимаем на этот рычажок, и голова выстреливает вперед. Для показа этой функции нам понадобится вот он. О, дорогу, давай сюда. Я выдержу за ноги. Если тут удар будет перекрестный, вы себе представляете, да? Кстати, да себе мощь. Один раз увернулся, а второй, ты как увернешься? Шабана, и все. И он снят, он... По-моему, я ему конохи не это... Я его конохи не поцарапал, конохи. Ну, бок-то я вообще повалил. Мари. И мне это так понравилось, давайте третий раз. По ногам это неинтересно, давайте прям в лицо ему и бьем прямо ему в лицо. Смотри, прям блокнот такой и в лицо ему прям бам. То уж ложится от этого. Ну, давайте последний разок. Подходит он такой, типа. И пусть ждем мы, когда новая банка 100 упадет с неба. Надеюсь, упадет. G3-то должно быть. Ну, вы поняли. Если что, после трех ударов он остался в таком положении и больше не нет. Ну да, ну, больше некуда сгибаться, поэтому... Ладно. Ну вы меня поняли. Друг с другом, кстати, бороков тоже можно сражать. Смотри, например, что можно сделать. Ставим галока. Борок воды должен уметь хорошо прятаться. Кстати, это одна из его функций. Он такой подходит. Я самый сильный борок. Ну, вообще тогда не так, ты самый слабый. Ладно. Галок, иди на место, ты падаешь. Раздражаешь. Ладно. Корок показал вам функцию, которой его обучили. Поставь лайк. Лайк поставь. Его держи. Ладно. Так, а этого сюда. Наверное, я верну Корка на место, вот Понрока пока не буду. Ну, давайте Нувок. Нувок у нас покажет самую интересную и изящную способность. Давайте уберем отсюда всех Бороков.
А предполагается, что данная функция будет срабатывать от удара ток. Но у меня история есть рядом только того драку, с которого мы убили 2 минуты назад. Допустим, я его возражу и возьму его коготь. Коготь берем. Давай, ну. И по глазу бьем, короче, по глазу Борока. И в какой-то момент глаз не выдерживает. И рычажок срывается, рычажок, и кран вылетает. Но зачем, что это, функция битвы Mask Battle, которые, ну, раньше проводились Mask Battle вроде, когда надо было просто сбить маску Конохи. Нет, подвластность Рою. Если Конохи сбита, то Борок встанет в позу и сам уничтожится, выбросив из себя крану. И будешь ждать, когда Борок Ква, в нашем случае Нува Ква, нанесет ему другую голову. Другую крану. Другой мозг на голову. Вообще, надо взять вот сюда. Да, типа она летит. Но она, знаете, как-то слабо тогда летит. Вот это мой максимум. Мой максимум, да. Я не особо люблю именно этот способ. Мне больше нравится удар головой. Вот такой же способ, кстати, очень сильно нравится Аве, но у меня немного другой. Мне не нравится, чтобы он не отжимал назад, наоборот, мне стоило бы, чтобы он отжал назад и уже вырубился. Аве же предлагает третий способ, убрать вот эту вот резинку, чтобы он еще и там встал, вот так стоял. Ну, по-моему, это туповато. Извините, если обидел вас, вы фанат Аве, но ввиду, что эта функция туповата. Но он отлично подходит Борку чужому. Это ж чужой. Не мой, а чужой. Так, кого-то я там сворачиваю. Понрока возвращаем. Поговорим об этих детальках, кстати. Я помню, я говорил, что это самая бесполезная деталь. Она, короче, техники старым крепила резинки и все. Внутри него осталось. Есть вот такая вот внутри крышки, ну, внутри коробки еще вот такая деталька, крышка. Всем вот сюда, вот у него тут специальный пазик, видишь, да? Видишь? Всем сюда это крепишь и всем на крышку канистры. И всем эту канистру. И мы можем видеть, как Понрок спит в ней, типа в анабиозе. Вот я, к сожалению, не могу рассказать на примере Понрока. У меня, потому что владелец Понрока отклеил, ну, отклеил. Да, у меня прошлый владелец Понрока отклеил. Да, прошлый владелец Понрока, видимо, очень любил своих бионикулов и играл ими на все 500%, поэтому они у него в идеальном состоянии. Большое тебе за это спасибо, друг, если ты будешь смотреть этот ролик. На нем я не могу показать. Зато у меня есть галок, где прошлый владелец не отклеил этикетку. Вот так это выглядело. Тут рассказывалось о галоке. Тут что-то Олега, что-то тут фигня какая-то. Тут тоже, типа, как крепить. Типа, вот сбивает маску. Вот он, короче, сбивает маску с помощью удара. Выбрасывает вся камухи. Она попадает, ну, на слово и тому подобное. Короче, не важно. Долго и скучно. Переходим к части, которую не особо распространяет среди фанатов. Ну, это, ну, вообще она не особо распространена. Это обзор балловый. Не балловый, а обзор по некоторым категориям. Категории, во, категории обзора. У меня сегодня их 3 вроде. Так, подождите. Дизайн, программа и функция. Угу. Да, у меня сегодня 3 функции. Это дизайн, цветовая гамма, ну и функции. Разумеется, сами по себе функции, они должны быть не функции, только а критерии. Сегодня будет каждый из них проходить по 2 критерия. Ну, чтобы так было сложно, я вам всех больше расскажу. Цветовая гамма. Удивительный шедевр каждого из них. Это именно она. Как я говорю, контраст цветов. Цвета. Цвета контраст. Для чего Борок кажется очень насекомоподобным? Это и хорошо, и плохо. Понрок
Понрок и танок. Дизайн. Я бы вам поставил 5 из 5 из миллион из 10 звезд вообще. Почему? Это отличные дизайновые решения. У всех, кроме некоторых из них. Вообще, кроме некоторых из них, мне некоторые кажутся чуть менее особенными. Но вот эти двое вообще шедевры. Каждая деталь напоминает в нем насекомое, что делает его похожим на то, чем он собирался быть. Функция не выделяется и не мешает, как у того же Нивака из будущего, 2004 года. Напоминаю, что у Нивака было... Дыра в пузе — это бесило многих. У меня не было Нивака, поэтому нет, не важно. Но тут же все очень компактно. Всего деталей в Борке, в этом компактном существе. Представляете, на них не писалось. Что же 90 деталей вроде? 90 что-то такое деталей. Хотя даже, по-моему, меньше. Штук 20, наверное. На всех, наверное, 90, я не знаю. Короче, вы меня поняли. В таком маленьком количестве деталей получилась такая приятная и не дырчатая самоделка. Не самоделка, а дизайнерское решение. А многих, наверное, смутят дыры по всему телу. Но мы говорим о биомеханических существах. Почему у них не должна быть дыра? Вот такая дырень посреди тела. Ну, я легко представляю, что они далеко не сквозные и ведут к самому механизму. Ну, короче, вы поняли. Теперь по поводу функций. На этих двух мы рассмотрим все функции. Корок — мощный удар. Навык оставь. Корок оставь. И навык атакуй. Это было не то, что мне надо. Вообще, ими можно было сражаться в те самые легендарные дуэли, когда надо было попасть по глазу сопернического Борока. Ну, если так, чисто поставить, бам, и все, и минус Борок. Многие даже считали, что они могут сломать Конохи. Это, конечно, не так. Но другие функции — сворачивание в шар, повесь его, стреляй краной, все это и многое другое создает в нем чисто функциональную персонажа. Вот за билде я бы еще уточнил, что все его детали идут к функции, и все его детали новые. Использование старых деталей в нем не процветало, кроме этих. Они не биониковские, они просто все. В инструкциях он собирался всего за 20 шагов. Эти инструкции могли видеть вот такие рисунки, посвященные тому, как Борки просыпались. В Танаке у меня вот такой вот еще арт. В Понраке, Понрак мне лень инструкцию доставать, вроде как другой был арт. Вот тут все краны. У меня есть некоторые из них. Ну, не все виды, конечно, не все. Ну, разумеется. Мы можем видеть, что у нас очень красиво стоят все они. Ну, на полке они смотрятся очень красиво. Теперь коробки, и поговорим о стереотипном мышлении Борков. Это, блин, как? Это, блин, что и как это вообще может быть? Сейчас поговорим об этом. Кидаем коробки Борков в центр. Начинаем. Две коробки Борков смещаем воедино. На эту коробку кладем одну единственную коробку. Сюда кладем еще одну коробку, и на нее вот еще одну коробку. На нее кладем еще одну коробку. На еще одну коробку кладем еще одну коробку. Да, это все разваливается. Но это, короче, типа должен был быть хулик. Ну, вы поняли. Берем остальные две коробки. И три коробки. И поговорим о стереотипах.
стереотипы. Постоянные споры, какой лучше. Это наборы, так называемые клоны. Они ничем не отличаются друг от друга. Только цветом и этой фигней. Это никак не может вести к спорам. А ведь многие поднимают реальный вопрос, кто из них лучше. Вот лучше. Вот, все, я все сказал. Спорите со мной только. Потом лучше, отвечаю. Вообще, я хочу, чтобы вы написали в комментариях свое мнение о, ну, всех этих персонажах в целом. И кто лично был у вас. Вот я вот всегда хотел Ливака. Привет. Мы, кстати, не поговорили о еще одной важной функции. Если сбить канаты, к сожалению, на нем я не могу это показать. И надеть на нее корону, он будет подвластен Бороком. Ну, Бороком. Да, то будет подвластен Бороком. Как и Моторен, и даже Бакута. Жалко, что у меня нет редакса, так бы я ставил шутку о том, что он подвластен Кадок и Гадок. Ладно. Не так уж все и плохо. Видите, даже в ноги его. Да оба, все его. Он вообще в ноль разнесется, если его я еще раз ударю. Воу! Его лапа отпала. Дракус лапа, и вот пала. Лапа Дракуса возвращена на место. Что-то у меня затупы начинается уже. Ну, давайте сделаем прикольный арт под конец. И, ну, на этом будем оканчивать мой обзор на Бороков. Бороков. Порок. Остается, да? На бороков изначально. Напоминаю, что кроме них еще существуют Борок и Кал, которых я не собирал. Я, наверное, ребят, сегодня-завтра еще сниму один ролик. Не знаю, когда он выйдет на канал, но я, наверное, поговорю о всех моих биониках целиком. И скажу в целом о лучшем бионике, который у меня есть в коллекции. И поверьте, если я скажу Борок, то я имел в виду, что у него лучшая цветовая гамма, мне больше всего понравился его щиток. А не то, что он вообще лучший, и не надо будет начинать спорт, ладно? Бесит этот уголок у него. Вот он. Во, идеально. Так. И в центр еще. Поваленного Дракуса. Ну, мне даже интересно. Подождите, сейчас я быстро. Ну, не так уж я и быстро, конечно, но... Сейчас подождите, мне надо дьявольского черепа восстановить. Вот как-то так. Он в кадр не влезает. Вот пусть туда тогда идет, туда. Берем Галака и... Вообще в ноль. Вообще в ноль. Прям видно, как Галак такой, типа... Ха! Это противник, это так. Это он просто не понял, он просто в кадр не влезает, но... Он повалил антроза. Все, мы знаем сильнейшего. Если бы там не было дьявольского черепа, антроз бы уже упал. Помогай своим, даже когда в лучшем состоянии. Тест на Канохи, слом Канохи. Чисто это Канохи, мне ее не особо жалко, потому что она антроза. И плюс мне надо просто делать еще один прикольный кадр.
Вау, ребят, вы это сейчас видели? Видели, как он упал вообще? Так, крыло на месте. Так, сейчас мы его немного согнем ноги и сделаем последний финальный прикольный кадр. Я помню, респучки, ребят, во время прям съемок видео прошлого. Ну, помните про Макута Андроза, да, был ролик? Сейчас, подождите, я камеру подвину. Во. Так лучше. Я говорил о нем и его поломке деталей, и у меня в этот момент сломалась нога у него. Ну да. Честно говоря, финальные кадры. И... Это не то. Нет, не получился финальный кадр. Сейчас заново перезапишу его. Если что, всем пока.